Итак, мы возвращаемся, но сразу пауза почему-то. Ну, в общем, это финал, ребята. Команда... Как их там, блин, звали-то? А, Ксаманьон против регион 03, я так понимаю. Прям креатив названий команд, конечно, огромен. И, собственно, смотрим финал. У нас странные какие-то пики. У нас Лич, Луна, Вайпер, Синий и Найкс. Ну, в общем, я не совсем понимаю, как они поделят линии, хотя... Нет, начинаю понимать, как они поделят линии. Ладно, ну... Я не знаю, лучше бы, блин, тогда Тини пошел бы с Найксом, а Лич с Луной. Логичнее бы звучало как-то, не знаю. А тут у нас Акс, я так понимаю, на харде. Бара вместе с ним, видимо, пойдет. Левел немножко получит, потом будет бегать. В миду у нас Брутка. И Керри Свен с ТХД саппортом. Ну, посмотрим. Руны не хотят забирать друг друга, видимо. Сейчас будет очень интересная встреча такая Вайпера и Бруды на миде. Я напомню, что Тини ничего не купил, у него нет закупа просто в начале. Фастботу у него в стейшене стоит. Ну, видимо, да, но это как-то непонятно вообще. Почему? Ром Тини, фастботл, румки забирает, вверх, вниз, бегает, прыгает. Ну, тогда Луне придется нехило сейчас на линии, если он бегающий Тини с ботлом. Она там сейчас натерпится. По-любому, да. Я гарантию даю, на 6-й минуте у нее крипстат будет ниже, чем 30. Поэтому, смотри. Ну, посмотрим. Да. Вайпер у нас тоже забирает рунку и... Надвигается в мид, сразу скачет коррозив скин. На самом деле, не совсем понятно это вообще мне. Чтоб с самого начала его вообще никто не трогал. А то Бруда все-таки из паучков выформить, то... Даже Вайпер. Ну я думаю, что, блин, Вайпер должен выиграть мид у Бурды. Я не знаю. Ну, хотя. Как пойдет игра, скорее идут надо смотреть. Так у нас. Мало, да? Неправильно понял меня, товарищ. Длинный ник. Ну ладно. Ну, Брутка стоит, в принципе, неплохо. Крипсат. Заря она сюда поставила. Вард уже идет к Вайперу. Ну, то есть Куреши обратно пойдет на базу. Возьмет там. Там у нас наверху какие-то вопросы там возникают, видимо. О, Варды. Вард Гейминг, короче. Вард Варс. Не знаю, как это назвать. Так, у нас тут Луна. Всего лишь два крипа у нее пока, ну против факта. Там Тини фармит, понимаешь, вот я тебе о чем говорю. Как я хотел увидеть такую доту, это по мне лучше. Просто ее надо доработать. Чем каждый. Будет сидеть ждать, чтобы все по чуть-чуть были. Это популярно, а то керри падает, да и команда просто смотрит, ничего сделать не может. А тут все керри, да? А тут все кэри, все, все могут... виноваты. Да, не, виноваты нет, не будет одного, другой будет в зону драться, поэтому там размены какие-то с Лича что-то коцают. Лича. А тут Джахиро двоих просто. Блин, Джахиро, кстати, популярный герой сегодня у нас вообще. На этой квалификации почти все пикали. Из четырех игр получается две игры Джахиро подряд. Вот третья игра Джахиро уже. Рэйч прожимает ради плевка, который там сколько, ну, в первом уровне. 12 урона носит. Заметил. Вообще не дает Найксу подходил. Он по КД Рэйч прожимает, потому что... Ну, 75 маны стоит Рэйч, в принципе, не так жалко. Просто жалко вообще самого героя, как бы он не особо здесь хорошо стоит. И Лич не получает уровня, и тут... Ничего не жалеет, прям на 100% отыграл все свои возможности. Джакиру сейчас использовал. Скорее всего, должен он сейчас отойти, отхилиться. Смотри, Бруда начинает напрягать Вайпера даже. Да, Вайпер должен падать. Ну, вот эта пассивочка, смотри, по одному так и будут падать. Хотя, вот это 2-3 удара и отреген со всех... Возможно, он для этого качнул коррозию скин сразу себе. Ну да. Но вот все-таки... Паучки регенятся-то в сетке. Да. Ну, можно 2-3 удара подождать. 2-3 удара и подождать. А почему-то не... Залосхитило крипачки, крипочка. Вот этот контроль чуть-чуть хромает.
Очень много пропускает. Да. Паучки исправляют положение, но в любом случае крипсат не такой большой. Но в целом бруда. Бруда зашла против вайпера в миду. Я бы Soul Ring и все, восьмой уровень, чтобы на 4. На 4 да, вот тоже скоро Soul Ring будет. Да, и сразу дезолятор. Просто отлично. Почему бы нет? Да. Тини, покажи, у него заряд есть, нет, почему он не идет. Не... А, кстати, 4 минут он должен уже идти. Так он. Ну он фармит, не отвлекай его. Ну у него 2 крипа, а у Луны 9 крипов. Огромная разница. Кастоты видно, видишь, у него 500 голды, а у него 700 голды. У него 2 крипа, а у него 9 крипов. Огромная разница. Ну, блин, непонятно мне вот это вот. Вот такие лайны мне непонятно. Почему Лич тогда не пришел сюда просто? А, блин, Тини бы стоял с Найксом, там напрягали бы они нифигово. Подстаны постоянно. Ну, тут как бы расчет на то, что один, наверное, ближний, второй дальний. Ну, Луна там прям такой, у нее радиус атаки, знаешь, огромный, смотри. Ну, более-менее. Забрал ботл. Я на Тини буду стоять вот так вот, чем... Да, он забрал рунку. В принципе. Брутка. Привезла себя она Soul Ring, наконец-то. Ну, сейчас посмотрим. 10 хп в секунду, вообще отлично себя чувствует Бруда, еще сейчас танго может хавать. Синяя. Не, у него отличный реген вообще вот, в паутине. Вообще в миду чем прикол, ну, Бруде, ты кидаешь две сетки, ты весь мид занимаешь уже. Может, то есть ты можешь спокойно стоишь, где угодно хилишь. Так, стан. Не закинул тос. На, мог, кстати, паучков забрать или кого-то. Второго уровня тос как раз. Так, Лич у нас кликает и забирает Devil Damage. Идет сразу на топ. У Вайпера, кстати, ботла нет, да? Нет. В принципе, Вайпер он и не нужен. Ого, Лич идет с дабл дэмэджем. Привет, пацаны. Можно полосхитить на самом деле крипочку вот тут сейчас, так он что-то не решает. О, отличный стан там дает от кентаврик. Кентаврик Габена. А у Свена нет! У него нет стана у Свена. Нет. Просто нет. С руки не туда повернул, мог хотя добить. Да. Тут у нас Брутка грызет Вайпера. Но... Ой, может убить. Не уверен, конечно, но может. Не, до свидания, Бара, разгон. Вайпер должен падать. Да. Паук для Бруды, догрыз. Для Бруды. Паук догрыз. Бару, смотри, там крипы чуть не убили. Зацепили его, и тут все-таки паучки добили. Ну, первый килл для Бруды. Это хороший. Хороший такой разгон, и First Blood как бы забирает Брудка, и у нее уже Митрил Хаммер есть первый. То есть, блин, Блайтстоун есть и Митрил Хаммер. Почему-то отходит, не пушит. Ну, Вайпер летит просто, наверное, боится. Ну и Вайпер еще не летел вообще. Сразу лезть, да, хотя намного лучше вариант. Да, 43 крипа у него, топовый крипстат на карте. Напомню, там ближайший это Найкс, у которого 25. И, блин, Керри Луна, у которой 16 крипов, ладно. Я смогу это сказать. О! Тут... Откуда он прилетел вообще? Короче, Тини его кинул отсюда, вот под башню, короче, типа. А этот агар нажал сразу. Да. Габен прислал, короче, с парашюта, короче, Акса. Я так уж смотрю, просто на Луну, и тут Акс приземляется вообще. Ну, Бруда, все, скоро с дезолятором, это будет очень больно, еще бы ей медальку какую-нибудь. Момчик. А, вот она момчик хочет, да. Кстати. Момчик вообще идеально. Под ульту она просто ульту будет ульту прожимаешь и с момом, короче, просто грызешь нам любого. Не успел, да. Ну, ничего страшного. Бара, разгон вниз, что там? На Тине разгон. Тут Вайпер, кстати, добивает у нас Акса. И Бару тоже. Бару, видимо, тоже. Никто отсюда уже не отпустит. Луна стилит у него. Бина. И ха-ха-ха-ха-ха, от Луна смеется, типа. Вообще, внутриигровые моменты такие. А где Свен? Свен тут. Вкачал стан. Наконец-то, да. Это
Очень было странно, на самом деле, когда Свен без стана пытался убежать. Я еще не пойму, там Свена зажимает, короче, он просто идет и стан не дает. Я думаю, блин, не может быть, может ману экономит или еще что. Думаю, что убежит, а оказывается, у него просто его не было. Лич купил себе Tranquil Boots, Свен же покупает себе Power Boots и вот Power 30, кажется, не Power Boots, Power 30, потом Tranquil Boots и Boots of Travel, вот, я вспомнил. Затрю. Все еще оба фармят, тут разгон. Да. Агр, агр, отлично, агр и би, и эклипс. Хорошо сработал Eclipse, в принципе. Ну, убить не смогли никого, да, но было красиво. Зацепить могут сейчас, да. Да, у Бары есть разгон. У Бары есть разгон. На них, блин, никуда не хочет убегать. И агр. Ну, все тут, в принципе, уже никто никого не добьет. Смотрим. 10 минут игры уже прошло. У Акса все еще нет даггера. И даже близко нет даггера, понимаешь? То есть они вот так на харду стояли вдвоем. И 6 уровень только на 10 минуте. Но это мало для Акса вообще в любом случае. С моей зрения просто типа, кто добьет, короче. В одной команде играет, кто добьет крипа, короче. Не, курганские ребята прям серьезные. Мне нравится их подход в доте. Так, дезолятор, слушай, на 10 минуте. Отличный тайминг. И вот так вот примерно вайпер тоже будет падать. Хотя луна сейчас на не, вайпер не думаю, что он так быстро умрет, но. Кстати, это количество крипов посмотрели. Отличная спайс. И, собственно, забирает лича или. Нет, не забирает! И лич двоих убивает просто! Дабл килл! В размен на. Что, блин, произошло вообще? Лич, красавчик, просто. Ну, Черпаланг, ник, все. Ник, ник уже обо всем говорит, так что. Луна, луна хочет убить Брутка. Да, и убьет. А, убьет, все верно. И вайпера может загрызть дальше. Она же под ультой. Ты же под ультой, ты можешь грызть любого сейчас вообще? Там Свен, почему бы не на разворот? Умирает, нет? Нет, выживает. Ну, 30 секунд, будет ожираться на крипах, это не проблема, можно никуда не уходить. Все-таки ему простой бы бут, смувспида, да побольше будет. Ну знаешь, в принципе в миду не так это важно. На харде обязательно надо бутсу купить, в любом случае, потому что там надо быстро перемещаться. На миду, в принципе, без бутсу нормально. Это та же тема, на вивере не покупают же ботинок вообще. Типа он постоянно все равно бегает шикуче, какая разница. Ничего страшного, это просто Свен с ультой пробегает мимо мида. Ничего удивительного, да. Ничего удивительного не произошло, да, все верно. Просто пацан пробежал такой. О, здорово, да, пацаны. Как дела? Но лично отстоял, конечно. Короче, крипстат. Крипстат мидеров. 102 на 42. И просто эклип, до свидания, с вами. Да, отличный размен. В принципе, ульта у нее, ну, долго перезаряжается, ну, на кого еще ее тратить? Такие вот соло киллы нужно делать, там Найкс убивает каким-то образом, вдвоем они... А, Бара под ульту, походу, да. Нормально. Вайпер себе на Драгонлендс копит? Блин, 12 минута, поздно немножко уже на Драгонлендс. Обычно должен быть уже. Но Бурда сильно переформила всех. На самом деле, по натворству не думал, что так сильно. А, нет, это гроб. Блин, вообще, ужас. Я думал, просто на лес много фармил, поэтому он просто такой. Такой большой. Думаю, в два раза и вайпера, и Найкса. И все, теперь это лес. Момчик уже. Теперь Момчик. Без гема сюда вообще заходить не стоит. Он лич сейчас может подставиться просто. До свидания. Момчик ножа. До свидания. Во! Как больно! До свидания, все.
Ему фейсбук такой, потому что через своих-то даже проходить пока что не может, он слишком много их, когда они палятся. Он ПТ купил. Ну, фейс так. Смотри, ой, там мом. Бара не понадобится. Под мом, смотри, как просто. Вот так и вайпер падает. Вообще, ему без разницы. Это она еще ульту не включила, там дэмэдж дополнительный. Она еще и без ульты? Да. Да. Бара просто вижен давал бы. Тут тени, да, паучки отъезжают. Обидно, и тут просто месть. Ты убил моих паучков, а я убью тебя. А брута слишком жесткая. Она закончит эту игру либо сразу, либо ей слишком тяжело будет, потому что Луна там будет дефать уже слишком круто. Ну, Луна что-то только БКБ хочет себе купить, понимаешь? Ну, это 14 минута к лейт-гейму, она уже будет там раздавать неплохо. А мне кажется, нет. Ну, мне поэтому кажется, они должны по-быстрому сейчас закончить. Луна просто не те айтемы какие-то выбирает под лейт-гейм, под фарм. Яшу бы сделала давно уже себе там. Яшу, Момчик или Яшу просто с Дренлэнсом. Это намного лучше было бы, чем в БКБ сейчас выходить. Да зачем я это БКБ вообще по факту? Под кого там? Один сюда разгов, второй сюда. Может у них лаги какие-то, если честно. Потому что я это понимаю. Одну минуточку. Так, Бурда у нас грызет вайперы. Ну, просто загрызла. Так, смотрим, что у нас у Свена, кстати, я забыл. Ага, у него даже мума нет. Ой, боже. У него 3500 творца всего у Свена. Ну, прям вообще минимум. Очень мало на творца. Тем временем, когда уже у Бруды 10 тысяч. Но она всех переформила страшно. Либо здесь просто немножко с фарма все проиграли, короче. Просто Бруда только умеет фармить, видимо, я не знаю. Так, грызут, грызут. Луну. Луну убивают. Три удара всего. Тут Лич остался. Лич тоже, скорее всего, отъедет уже. Никуда он не убежит. Брудка просто против всех играет в Соленова. Ультракил Брудмазер. И, возможно, она добьет. Возможно, это будет Рэмпейдж. Я не уверен, но возможно. Если она уже дотянется до Тиника. Ну нет, уже не дотянется. Но она просто соло подорвалась с четверыми и убила четверых. И пятый был бы, тоже убила бы. Так, Луна уже делает ТП на топ. Тут дефает у нас. Точнее, пушит ТХД с Веном, но все это так себе. Слушай, тем временем Акс купил себе дагер наконец-то. То есть сейчас с Брудой в паре он, короче. Хардлейн раз, у него больше нетворца, чем у Керри, там, не знаю, Найкса, Керри Луны, Керри Свена. Очень странно. Так, делает дагер аут. Собственно, остался вайпер. Вайпер тут, и у него нет до сих пор даже Драгонленса. Там заход на Акса. Разгон. Акс подходит. Есть тагр, в принципе, может сагрить, но не уверен, что он это сделает. Там Бурда разбирается с остальными, там Лича убили. Что там у Брудки, кстати? Что-то едет к ней. Санжиньяша едет к Бруде. Да, Сенжиньяша хороший айтем, в принципе. На порядок так сильнее будет замедлять Бруда сейчас. В общем, преимущество в 11 тысяч на творца, а у Бруды в общем 13 тысяч на творца. То есть в целом там, не знаю, все это Бруда. Грызет она просто. Просто сгрызает Луну. Бежит, сгрызает вайпера. Просто Бруда с Соленова. Я эту игру назову так. Финал Бруда с Соленова выиграла доту.
Блин, сильный герой, очень сильный герой. Он ванды бросает, не может ее добить. Блин, ее невозможно убить! Блин, зря, 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 ну зачем? 1200 золота дает бруда вайперу. Зачем просто она осталась? Могла убежать же спокойно. Просто стояла и дралась с Найксом, отдала преимущество. Хоть не такое большое, там и так 13 тысяч преимущества, но в целом неприятно. Там у нас Свена грызут и убивают, собственно. Так, у нас Найкс с вайпером. Все команды собираются, начинают пушить мид. Там форстав у ТХД, кстати. Так. Акс идет. Отличный дагер! Так, хороший агр. Пошел Чимфрост, заевейдили Чимфрост? А, нет. Не заевейдили. Все умирают, остается бруда. Сейчас заходит во всех соленого, как обычно. Но ее тяжело убить, ее невозможно убить, она сгрызает просто двоих на изи. С башером. Да, бруда. Блин, огромное количество урона у нее, когда ульта включена. Так, это минус бараки на миду. Ну, убегай, убегай, просто убегай. Зачем здесь оставаться? Сейчас ульта перезарядится, придешь и убьешь всех. Вот ульту включить, мом, ульту, мом. Боже. Как же он разваливает, да? Бруда. Я думаю, что в первом баном в следующей игре ребята забанят бруду. Бруда дерется. Стан! Свен, стан! Стан! Чтобы он не отжирался. Ну, я думаю, стоит писать ГГ. Вообще, да? Да, тут вообще без вариантов уже. Там бруда просто не сломает, все. Кстати, у них бруда просто в соло сыграла. Остальные... Ну, она все преимущество у нее вообще, по факту. Да ульту мом включить и все, и запушить до конца уже. И баш, да, и еще осталось. Да, это минус еще одни бараки. Я не думаю, что бруде нужно куда-то уходить отсюда сейчас. До конца уже. Просто сетки раскидать и бегать, да? Ну, у нее три сетки, вот сейчас сюда кинуть и пушить. Кого ей бояться вообще? Так. Ну, сейчас будет ульта уже, через 3 секунды можно заходить. Отлично, агр! Боже, как она бьет! Бруда. Я
не комментировал этот замес, просто смотрел на то, как Бурда кушает вообще героев. Там не так много, конечно, и сыграли остальные роли, но вот Бурда... Бурда зашла. И видимо, проблема была в том, что ребята вообще не готовы к Бурде. Абсолютно. Они не понимают, как против нее играть. Просто бегают по карте. Нигде ни вордов, ничего нет. Просто Бурда ходит, где хочет, фармит. И, собственно, у него уже Эбисол появился. Так, макропиру. Отлично, на самом деле, макропиру. Просто горят ребята. Там Тиня по-любому сгорит уже. Ну и, собственно, Вайпер тоже. И Найк остается против Баратрума. Баратрум юзает Неза Страйк. И все. Это первая игра финала. 24 минуты. Очень быстрая игра, на самом деле. То есть, Бруда очень много преимущества забрала в начале. Она выиграла мид. В легкую, можно сказать. И нафармила очень большие. Ну, сильно. У меня на 10 минуте уже был метод. Как его? Дезолятор. Солринг дезолятор. Собственно, поэтому и это такая легкая победа. Не думаю, что это была хорошая идея. Легкая победа, это если у тебя в команде это был, да, вот это и будет легкая победа. Потому что на 85% победу организовала, по-моему, только она. Ну да, я бы сказал, на 90% организовала она. Не, ну, некий вклад тоже был. Ну, возможно, да, был некий вклад от Свена, у которого 9000 натворцев, Мом и... Мом, Даггер, Кристаллис. Черепаром просто 23 тысячи, Свен и то второй по натворцу, 10 тысяч, Вайпер 8800. Это самая жесткая Бурда, которую я вообще либо видел. Да ладно. Потому что так, это слишком большой перефарм. И не, я такой, таких Брут видел, братан, ты чё? 23 тысячи. Не, на самом деле, Бруда очень много нафармила, очень много прям. Огромное количество. И по крипстату она, по-моему, больше всех. 200 крипов, да. Макропира. Кстати, такая уже. Напоследочек. Плюнул разочек в него Джеки Рос. Блин, инвиз не контрится. На базе у противника юзается Глиммер Кейп, и никто не может увидеть его. Просто ни варда, ни гема, ничего вообще нет. Свен прыгает, там еле-еле тычечки. Где Брутка, кстати? Брутка еще не прилетела. Ну, собственно, это ГГ. Они дефуют до последнего, но... Я не думаю, что они еще пару минут выдержат хотя бы. Сейчас Бруда прилетит просто. Она даже пешочком пошла вообще. Свен. Могут его убить, в принципе, Вайпер у нас. Вообще стоит просто отметить вот сбор артефактов этой команды, вообще непонятно. Но это была первая игра, ждите вторую. Скоро мы их останем в новое лобби, как ребята зайдут, мы вернемся.